Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Новенький Тимур, который только-только появился в эфирах, покинул проект. Костя Иванов пишет: «Отличный парень. Девчонки, ищите его по злачным местам Москвы». Теперь уже точно стали известны имена ребят, которые летят в сентябре на Сейшельские острова. 12 девушек будут бороться за сердца Вани Барзикова и Саши Задойнова. Лина Камерен одобрила желание отца своей дочери полететь на Сейшелы. Вот что она сказала: «На проекте Саши вновь начнут платить зарплату, это значит, что он сможет часть денег высылать нам с малышкой, а также его 8-летней дочери Насте. Ее мама, как и я, на сегодняшний день никакой финансовой поддержки от Саши, увы, не видит. Растить ребенка одной непросто. Так что пусть идет на проект, хоть при деле будет, а то последние полгода непонятно чем занимается». Саша Гозиас и Саша Харитонова решили отомстить Насте Иванькиной за суд над ними, по результатам которого сама Иванькина и оказалась в изоляторе. Девушки накопали червей, набрали лягушек, все это сложили в подарочную коробку и попросили начальника изолятора этот подарок передать Иванькиной. Аня Малько подала в суд на Майю Донцову за порчу имущества, оскорбления и провокации. Адвокатом был Андрей Чуев. Малько пишет: «Майя все никак не успокоится по поводу меня. Суд был очень интересный, потому что свидетели с ее стороны защищали только меня. Суд мы выиграли». Кстати, Абрамсон, на поляну приехал принц Артем на белом коне. Но тата льет слезы и скучает по Валере Блюменкранцу. Все участники проекта остались неравнодушны к белому коню. Настя Волынец находится дома с дочкой. Она пишет: «Совсем скоро Богдан едет в Саранск с Надей Соколовской. Не считаю нужным запрещать что-то делать человеку, если у него есть желание. Думаю, эта поездка все расставит на свои места. Пора меняться и избавляться от своих страхов». Кристина Лисковец рассказала, как Федя Стрелков сделал ей предложение. Вот это романтическая история. «Вдруг ведущие меня предупредили, что мы вместе с ним отправляемся на премьеру фильма, и я должна красиво одеться. Я сразу почуяла неладное. Мы приехали в самый лучший кинотеатр Москвы, что находится на Красной площади. Погуляли вокруг, потом сели на свои места, и вдруг после рекламы на экране показали наш ролик, в котором шла история с момента нашего прихода до нынешних дней. А в конце видео появилась надпись „Ты выйдешь за меня“, после чего Федя встал на одно колено и сделал мне предложение. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Я очень разволновалась, но естественно ответила „да“. Я очень люблю Федю, он самый лучший парень в моей жизни, и теперь я его невеста». Муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, отметил свой день рождения в кругу семьи и близких друзей. Ксюша подарила мужу подарок, о котором он давно мечтал – квадроцикл. «Мой муж, сегодня твой день. С днем рождения тебя, мой хороший. Все, что я хотела тебе пожелать, я это сделала лично. Спасибо тебе за нашу доченьку, которая объединила нас на всю жизнь, окутала нас любовью, и теперь я радуюсь каждой минуте, проведенной вместе. Все, что ты наметил, обязательно сбудется, я верю в тебя». На праздник была приглашена и Ольга Бузова с мужем Димой Тарасовым. Бывшая участница телепроекта Руслана Мишина нашла интересную работу. Девушка теперь работает на мастер-классах для начинающих визажистов в качестве модели. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.